Когда меня спрашивают, сложно ли вывести деньги с Ютуба, я отвечаю легко. Вот раньше это была действительно сложная система, насколько я помню, там приходил чек, нужно было заработать причем больше $100, и уже с этим чеком вышли в банк и обналичивали его. Причем не каждый банк мог обналичить этот чек, плюс еще какая-то комиссия, насколько я знаю, там была. Сейчас же все намного проще. В личном кабинете AdSense указываешь банковские реквизиты своего счета, и деньги приходят. Проблема немножко в другом. YouTube все-таки компания иностранная, значит и расчеты происходят в долларах. Так вот, у вас есть два варианта. О них мы сегодня и поговорим, какой вариант выбрать, какой вариант лучше, а главное выгоднее. А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Итак, первый вариант, самый простой и очевидный. Где-нибудь в каком-нибудь банке вы заводите рублевый счет, и на этот рублевый счет вам приходят деньги. Так вот о чем я говорил. YouTube компания иностранная, значит и деньги начисляют они в долларах. Но как начислить деньги в долларах на рублевый счет? Тут на самом деле все довольно просто. Ну то есть деньги отправляются в долларах, но они автоматически конвертируются. Я когда пришел первый раз в банк, мне сказали, ну ты конечно можешь, говорят, завести себе рублевый счет, но зачем тебе это, ведь деньги будут сразу конвертироваться, у тебя не будет возможности выбрать удобный момент, когда курс подрастет, ты можешь просто потом снять их в другом месте, по другому совсем курсу. А это уже второй вариант, как снять деньги с YouTube, то есть мы заводим уже не рублевый счет, а заводим отдельно долларовый счет. И на долларовый счет нам приходят эти деньги, естественно в долларах. Мы их там бережно храним до тех пор, пока курс не взлетит, а когда он взлетает, мы снимаем эти деньги. Я не хочу, конечно, сказать, что какой-то из этих подходов чем-то лучше, чем один или второй, у каждого есть свои плюсы и минусы, зависит от того, сразу ли вы снимаете деньги с YouTube, тратите ли вы их, или может откладываете и копите, верите ли в рост валюты, либо верите в рост рубля, в общем, очень много нюансов. В этом ролике я хочу поговорить о минусах второго способа с точки зрения налогообложения, а минусы здесь они в рублях выражаются, в рублях с вашего счета. Собственно, если вы самозанятый, то каждый месяц вам нужно сдавать отчет, что вот столько-то я заработал. Если вы зарабатываете с YouTube, то вручную вводите сумму заработанных денег, и с этой суммы вам начисляется налог. Проблема здесь в чем? Проблема здесь в том, что налог начисляется вроде как с рублей. Но доход-то с YouTube приходит в долларах, ну то есть вы ставите там галочку «иностранная организация». Я когда начал платить налоги с YouTube, я подумал, что здесь в принципе все просто. Ну то есть, когда я с долларового счета перевожу в рубли, то просто вписываю эту сумму, которая мне пришла там на мой рублевый счет. Но оказалось все не так. Я написал в поддержку приложение «Мой налог», задал вопрос по этому поводу, вот что они мне ответили. Собственно, доброе утро. Если оплата поступила в иностранной валюте, сумму нужно пересчитать по курсу Центрального банка Российской Федерации на день получения. Этот порядок предусмотрен налоговым кодексом. В чеке необходимо указывать сумму в рублях РФ. Получением доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав признается дата поступления таких денежных средств на счета налогоплательщика налога на профессиональный доход, то есть на расчетный счет после валютного контроля. При оформлении чека сумма расчетов указывается эквивалентно сумме в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату поступления таких денежных средств на счет самозанятого налогоплательщика. Обращаем внимание, что при денежных расчетах в безналичном порядке чек должен быть сформирован и передан в электронной форме или на бумажном носителе покупателю заказчику не позднее 9 числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты, путем направления чека покупателю заказчику на абонентский номер или адрес электронной почты, представленные покупателем заказчиком или путем обеспечения покупателю заказчику возможности в момент формирования чека в месте продажи считать компьютерным устройством, мобильным телефоном, смартфоном или компьютером, включая планшетный компьютер, QR-код, содержащийся на чеке. Ну то есть, из того, что я понял, вам начисляется налог не когда вы перевели со своего долларового счета на рублевый счет какую-то сумму, а начисляется налог с той суммы в долларах, которая вам только что пришла. То есть это не через 2 дня, не через 3 дня, а вот пришли вам деньги, сколько пришло, по курсу сразу же нужно конвертировать, смотреть, сколько это в рублях, и вносить в чек. Что это значит? Приходит мне, допустим, сегодня в долларах сотка. И на сегодняшний день это, допустим, ну не знаю, 7000 рублей. Но на следующий день, завтра, доллар рухнул, и сотка долларов стала 3500 рублей. Но я в тот день не успел заплатить, скажем, налог, а решил заплатить на следующий день и заодно вывести. Так вот, вывел я, предположим, 3500, потому что доллар упал, но налог я уже должен буду заплатить не как 3500, а за тот день, когда курс доллара был еще высокий. Ну то есть, что получается, вывел я 3500, а налог плачу как 7000. Причем у меня такое было вот буквально в декабре, давайте я вам продемонстрирую. В декабре деньги мне пришли 22 числа, 22 декабря. Давайте посмотрим курс 22 декабря. Вот, видим, что курс здесь 75,91, а дальше идет падение. И давайте теперь примерно подсчитаем, сколько я потерял.
Пришло мне 22 декабря 220 долларов. Если бы я выводил их по этому текущему курсу, ну то есть 75,91, то вывел бы я где-то 16 700 рублей. Но я их вывел на несколько дней позже и в результате получил 16 090 рублей. То есть, в принципе, здесь есть два минуса. Первый минус в том, что я заплачу налог как 16 700, а получил по факту 16 090 рублей. Но там копейки на самом деле, ну несущественная сумма. Второй минус – это то, что я проворонил вот этот взлет. Тут как бы это и минус, и плюс. Зависит от того, как дальше будет. Ну то есть, возможно, доллар бы не упал, а вырос. Тогда бы я наоборот получил прибыль. Но вот он, к сожалению, упал, я этот момент пропустил. Тут кому как лучше. Если вы готовы копить доллары, то в принципе неплохо. То есть я мог бы не выводить сейчас эти деньги, 220 долларов, которые мне поступили от Ютуба, а наоборот ждать, когда курс поднимется. Ну то есть вот он упал, но возможно когда-то вырастет. Я мог бы ждать этого момента. Но если вы сразу же снимаете деньги, то, наверное, никакого смысла в этом нет. Ну то есть резкий скачок валюты вряд ли случится, так что, возможно, и ждать его не стоит. Но это первый минус. А есть еще один. Вот сегодня 12 января, и предположим, мне сегодня пришли эти 220 долларов. Я должен заплатить с них налог, для этого я должен их конвертировать в рубли. Для этого я должен посмотреть на сайте Центробанка, какой сейчас курс рубля к доллару. Заходим на сайт Центробанка и смотрим на 12 число. И курс у нас на сегодня 74 рубля 51 копейка. Если мы 220 долларов умножим на 74 рубля 51 копейку, у нас получится 16 392 рубля. Ну вроде нормально, налог мы заплатим с 16 392 рублей, нам сейчас нужно просто зайти на сайт, скажем, того же Сбербанка, но это я пользуюсь Сбербанком, у вас может быть другой банк. Тем не менее, заходим на сайт и пытаемся конвертировать вот эти 220 долларов. По текущему курсу все как обычно. И тут возникает проблема, что курс у Сбербанка немножко отличается. Причем отличается не в вашу пользу. Ну то есть он не такой же, как указан на сайте Центробанка. Возможно, это связано с тем, что курс продажи и покупки немножко разный. Может, еще с чем-то. Может, Сбербанк как-то усредняет. Ну, не суть. Суть в том, что курс там вот такой. 72 рубля 69 копеек. То есть разница почти в 2 рубля. Ну, 2 рубля, кажется, не так-то много, но если мы конвертируем 220 долларов, давайте посмотрим, что у нас получится. Если курс 74,51, как у нас указано на сайте Центробанка, то мы 220 умножаем на 74,51, получится 16,392. Но если курс у нас будет как в Сбербанке, то есть 72 рубля 69 копеек, то 220 мы умножаем на 72 рубля 69 копеек, получается 15,991. Разница 400 рублей. Я, конечно, может, что-то неправильно делаю, но налог получается, получается, я плачу с 16 392 рублей, а получаю по факту 15 991 рубль. Но я имею в виду с разницей в 400 рублей не в мою пользу. Это вот такой вот минус, если деньги вам приходят в долларах. Если бы они приходили в рублях на рублевый счет, то у меня бы не было возможности отследить, сколько там поступало в долларах. То есть сразу-то мне поступают деньги в рублях, банк сам их там конвертирует. И вот этой вот, насколько я понимаю, потери из-за курсов не было бы. Хотя по факту деньги также приходили бы в долларах, но они приходили бы в банк, а банк бы мне уже начислял в рублях. Ну, это я так понимаю. Я, конечно, не юрист, но насколько я понял из закона, это так и происходит. Ведь сами по себе деньги на своем счете в долларах я не вижу, они мне сразу в рублях поступают. Ну да ладно, в общем-то я не собираюсь менять счет, ну пусть приходят и приходят, пусть так. Потери, скажем так, не колоссальные. Ну а какой из этих способов зачисления денег с Ютуба на ваш счет вам выбрать, решайте сами. Кстати, если кто-то из авторов Ютуба смотрит этот ролик и деньги ему приходят как раз в рублях, то, ну и естественно он платит налоги, то расскажите, пожалуйста, в комментариях, как вы это делаете и какую сумму оплачиваете. Что касается аналитики по каналу, то тут доход у меня отображается в рублях, если вы видите. То есть вот, в понедельник пришло 1000 рублей, до этого 545, 647, ну то есть вот, когда ролики у нас выходят, то доход увеличивается. Но в чем суть? Если у нас в настройках стоят рубли, то это не значит, что нам на карту будут приходить рубли. Это все зависит от банка, от того счета, который вы завели, а не от того, что вы выставили в настройках Ютуба. Ну, для примера вот сейчас покажу. Вот у нас расчетный доход 12 668 рублей, это за месяц. Ну и сам доход в дни, когда выходили ролики, это вот 1000 рублей здесь, 871 рубль, 698 рублей, ну и вот так вот, допустим, 614 рублей. Предположим, мы сейчас выставим доллары. Для этого надо зайти в настройки, ну и в настройках у нас здесь единицы измерения по умолчанию. Вот мы можем выбрать любую валюту. Нас интересует доллар, давайте посмотрим, где у нас, вот где-то здесь, вот, доллар США, нажимаем сохранить, переключаемся, вот он все пересчитал, то есть расчетный доход в месяц у нас 170 долларов, здесь у нас пик получается 14 долларов, то есть за ролик я получил 14 долларов, ну и здесь все это пересчиталось, 11.70, 9.45,
Здесь у нас 6.15, ну и как вы видите, вот 8.89. Кому как удобнее считать просто. На то, в какой валюте это придет на мой кошелек, это вообще никак не отражается. Давайте вернемся в рубли, потому что мне так удобнее считать, смотреть. Выберем отечественный деревянный. Вот он, российский рубль. Твердая несокрушимая валюта. Опять нажимаем сохранить, вот он опять все пересчитал. Опять у нас здесь стало 1000 рублей. Ну и вот, как вы видите, месячный доход 12668. Это как бы что в рублях, что в долларах, он примерно одинаковый будет, даже если пересчитывать. По какому курсу он конвертирует, я, конечно, не смотрел, вряд ли по ЦБРФ. Но это, собственно, и не особо важно. Вот, месячный доход 12668. Меня тут, кстати, недавно спросили, сколько мой канал с 20 тысячами подписчиков приносит. Ну, то, что 20 тысяч подписчиков, вот, 20553. Опять перейдем в аналитику. Я сказал тогда, что где-то вот от 12 до 18 тысяч, ну 18 у меня максимальный доход был. Но на самом деле 18 тысяч пришло мне, когда у меня там не 20 тысяч подписчиков было, а всего 10, по-моему. Потому что месячный доход зависит не от количества подписчиков, а от количества просмотров ваших роликов. Чем больше человек смотрели, тем больше доход. Но это не единственный на самом деле параметр, потому что вот если посмотреть, здесь вот 74 тысячи и здесь 75 тысяч, даже больше. Но по доходу, если смотреть, то вот здесь вот значительно больше доход 1051, а здесь вот 871. Потому что для нас важно еще несколько параметров. Это цена за 1000 показов по воспроизведениям. Вот она. Если переключиться, то тут вот у нас выросла эта цена 408 рублей. А здесь она была 309. Ну, то есть значительно. Плюс доход на 1000 просмотров, если смотреть. У нас здесь тоже он опять вырос по сравнению с предыдущим роликом. Ну и плюс вот этот ролик, который выходил, сколько я заработал за год на Яндекс.Дзен. Он 8 минут. Этот ролик 10 минут. Ну, то есть здесь уже доход выше, потому что хотя бы больше рекламы можно вставить. Ну, вот, это я с вами поделился немного информацией о том, как формируется доход. По теме о том, в чем в рублях или в долларах, ну, в принципе, тоже все рассказал. Ну, а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, до новых встреч, на Инстаграм тоже подписывайтесь, пока!